Привет всем! Сегодня мы записываем еще одно видео по просьбе Синди. Синди хочет продолжить изучение финского языка. Да. Да. Новые, что-то какие-то слова. Хорошо. Что если мы получим некоторые глаголы? Например, нет, не глаголы, а вопросы. Вопросы. Например, где? Где по-фински будет мисса? Например, где это находится? Мисса се асу. Мисса се асу. Мисса се асу. Где это находится? Да. Или, например, куда будет мигин? Куда? Например, ты вот хотела... Куда ты пошел? Да, например, мигин сина мене. Мигин сина мене. Так, куда сина ты... Мене. Куда ты идешь? Это значит, да? Мигин сина мене. И ты, например, отвечаешь: я иду в парк. Менен уйстоун. Вот, правильно, молодец, давай опять. Умница. А, можно сказать... Можно сказать мина менен уйстоун. Мина менен уйстоун. А еще... Вот, это вот местоимение мина на разговорном финском, оно сокращается на «на». Будет тогда «на», «менен», «уистон». И «менен» тоже сокращать можно. В разговорном «менен» будет как «мен». То есть, получается, мы можем сказать гораздо короче. Будет «ма», «мен», «уистон». «Ма», «мен», «уистон». «Ма», «мен», «уистон». Или сина, ты идешь в парк. Сина менет уйстон. Сина менет. Менет уйстон. Сина менет уйстон. Если... Молодец, все понял. И когда он, она идет в парк, будет хан мене уйстон. Хан мене уйстон. Хан мене уйстон. Да, правильно. Хан мене уйстон. Тогда получается, мы идем в парк, мы менеме, менеме пуйстон. Менеме пуйстон. Да. И вы идете, те менете пуйстон. Так, и тогда они идут, хе меневат пуйстон. Меневат пуйстон. Да. Так, что еще мы можем придумать? Например. Где ты идешь? Куда ты идешь? Да. Это мы уже, по-моему, вначале сказали. Это будет мигин сина менет. Мигин сина менет. Куда ты идешь? А как мы спросим, например, где ты живешь? Мисса сина асут. Мисса сина асут. Сина. Сина. Асут. Асут. Мисса сина асут. Мисса. Сина. Мисса сина асут. Вот, правильно. И как ты тогда ответишь? Мина асун. Мина асун. И тогда... Чтобы окончание знать, чтобы знать окончание слова, где ты находишься, да, на конце будет са, да, например, мина асун эспоса. Я нахожусь в Эспо. Мы пока не в Эспо, конечно. We still in England. Мы пока еще в Англии. Но предположим, что мы в Эспо, да? Тогда ты скажешь мина асун эспоса. Я нахожусь в Эспо. Это такой город Финляндии, да? Да.
Скажи, мина, асун. Мина, асун. Эспоса. Эспоса. Да. А если ты куда идешь в эспо, ты говоришь, я поеду, пойду в эспо. Так ты скажешь, мина, менен, эспон. Да? Да. Вот, это так будет. А как мы говорим? Я пойду в магазин. Я пойду в машину, чтобы пойти в магазин. Так, ну, я столько сейчас, я сам только два месяца участвую, ну, два, предположим. Попробую сказать. Тогда я иду в машину. Мина, мен, аутон. Я иду в машину. Это менна каупон, чтобы пойти в магазин. Да. Мина мен аутон. Это... Ну, зрители растут. Если будет зрители смотреть, кто знает финский, они могут в комментариях... А нет, в комментариях, наверное, нельзя будет написать. В общем, они у нас рассудят. Да. Правильно мы или неправильно сказали. Еще можешь какие-то примеры сказать? Да. Давай, задавай вопрос, а я попробую. Почему у тебя очень много сладостей? Давай, сладости я не знаю, наверное, как будет. А, например, шоколада много. Да. Почему у тебя много шоколада? Да. Окей. Микси кинула он пайон суклата. Микси? Это почему? Это правильно, это... Да, скажи... Тогда... Училась в школе. Давай тогда повторяй за мной. Ты же хочешь узнать, как на финском будет? Да. Тогда почему это будет микси? Микси? У тебя будет синула. Синула. Он. Он. Это значит есть. Почему у тебя есть много? Это пальон. Пальон. Суклата. Суклата. Шоколада. Микси синула он пальон суклата. Или микси сулла он пальон суклата. Синула можно сказать сулла. У тебя. Да. Микси синула он пальон суклата. Угу. А как будет мне... действительно нравится финский язык? Я не знаю. Можно сказать мина тодела. Мина тодела. Пидан. Пидан. Суомен. Суомен. Киэль. Киэль. Или можно сказать, мне не нравится финский язык. Да, мина энпида. 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 А как тебе вообще, нравится финский или не нравится? Нравится. Нравится, да? Да. Красивый язык, да? Угу. Мне тоже нравится. Это важно в изучении языка, да, чтобы он тебе нравился. На русском говорю, на этим да, вот. Так что, чтобы и нам было удобнее, и людям интереснее с нами разговаривать, да, мы должны выучить финский. Ну, не то, что должны, нам даже хочется, да, потому что если мы поедем, мы хотим знать язык этой страны, правда? Чтобы нам и им было удобно. Хотя мы можем и по-английски разговаривать в Финляндии со многими людьми, поскольку в Финляндии большинство людей знают английский. Они изучают его уже с ранних лет в школе. Поэтому они понимают по-английски. Но, тем не менее, лучше, если мы финский выучим тоже. Это хорошо. Что еще мы можем сказать по-фински?
Почему у тебя очень много цветов? Цветочки? Это я не знаю. Я не помню, как цветочки. Что, ты забыл? Так, а как? Как мы скажем? Как ты себя чувствуешь? Как это будет? Можно сказать по-разному. Можно сказать митен. 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 Сина. Вольт. Это как ты? Как ты себя чувствуешь? Митен. Сина. Вольт. Митен. Сина. Вольт. А можно сказать куинтен. Митен. Сина. Митен. Митен. Сина. Вольт. А можно вместо митен употребить слово куинка. 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 Я напишу, чтобы у тебя было удобно. Ты поняла? Куинка. Вот, куинка. 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 Куинка синовольт. Это то же самое будет. Куинка синовольт. Куинка синовольт. И, например, отвечаешь минавойн фива. Или хюбин. И на воин хюбин. Это я хорошо чувствую себя, да? А как спросить, сколько тебе лет? Это будет опять куинка. Куинка. Ванха. 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 Сина. Сина. Олег. Куинка ванха синаоре. Не очень это сложно. Сложно. Например, мне 22 года. Ну, мне 22, но я скажу. Тогда будет мина олен, какси кюмента какси, вуатта ванха. Это очень сложно. Ну, ничего. Потихоньку. А как говорить? Как ты себя чувствуешь? Митен сина войт. 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 Правильно, молодец. Умница. Митен сина войт. Митен. Митен сина войт. Митен сина войт. Вот. Я пробую, но... Да, повторяешь несколько раз, и тогда запоминаешь. Повторение, мать учения. Да? Мита синамон. Доводим до автоматизма. Мита синамон. Митен. Митен синамон. В идеале, чтобы легче запоминалось, можно желательно еще писать именно ручкой, да? Ты пишешь предложения и слова, произносишь их. Читаешь, то есть ты записываешь рукой и видишь это, произносишь. Записать митен синовой, да, для тебя. Когда ты почитаешь, тебе будет понятнее, да? Да. Тогда М такую простую, чтобы с тобой было. Митен синовой. Вот. Вот так это будет. Митен сина. Митен сина. Митен сина. Это похоже на А. Mm-hmm. Yeah. Это сина. Митен сина. Можно сказать, все хорошо. Кайки хюва. Кайки хюва. Кайки хюва. Кайки. Кайки хюва. Кайки хюва. Кайки, Иза. Кайки, Иза. Умница. Стараешься, молодец. Да. Все? Не знаю. Ты хочешь закончить? Ну хорошо, тогда заканчиваем на сегодня. И что мы должны сказать тогда зрителям?
Мой-мой? Мой-мой, бинун, я отвистывал. Бинун, я отвистывал. Мой-мой, бинун, я отвистывал. Мой-мой, бинун, я отвистывал. Лайки поставить и на колокольчик. Вот, это она сказала. И подписывайтесь на наш канал обязательно. Лайки, подписка и колокольчик. Да. Всем пока. Пока-пока.